Батальонный встал и сухой рукой сломал пополам камыш. Так отпустить проститься с женою, умирает она, говоришь. Без тебя винтовкой меньше одной, не могу отпустить, погоди. Сегодня ночью последний бой, налево кругом иди. Пулемет задыхался, хрипел, бил из флангов, летел трезвон. 11 раз в атаку ходил отчаянный батальон. Под ногами утренний хлип, уложили 120 в ряд. И табак от крови прилип к рукам уставших солдат. У батальонного по лицу красные пятна горят. Но каждому мертвецу сказал он спасибо, брат. Рукою острее ножа видели все егеря. Он каждому руку пожал за службу благодаря. Пускай гремел их ушам, на другом языке отбой, но мертвых руки по швам равнялись сами собой. Слушай, Денисов Иван, хоть ты и не егерь мой, но приказ по роте дан, можешь идти домой. Умолкли все под горой, ветер как пес дрожит, 119 держали строй, а 120-й встал. Ворон сорвался, царапая лоб, крича, как человек. И дымно смотрели глаза в сугроб из-под опущенных век. И лошади стали трястись и дрожать, как будто их гнали с гор. И глаз ни один не смел поднять, чтобы взглянуть в упор. Уже тот далеко ушел на восток, не оставив на льду и следа. Сказал батальонный, коснувшись щек: «Я, кажется, ранен, да?»